События долгожданные. Регистрация участников начинается за несколько недель. И сразу среди родителей ажиотаж. В этом году больше 200 спортсменов в возрастах от 6 месяцев до 2 лет. Потому что сын уже ходит, мы не думали, даже не ожидали, что он поползет. И вот как-то получилось. Неожиданно. А как правильно тренировать детей, чтобы вырасти чемпионов? Ничего не делали. Специально не стали ничего делать, чтобы проверить, могут так ползти или нет. Давид у нас 2 раза участвовал. Он где стартовал, там и финишировал, и ползал. Лёва у нас пополз хорошо, но Давид его за ноги схватил. А как Эмилия, сейчас посмотрим, будет ползти. Самых таких нереальных вещей, чем заманивали родители? Булки хлеба, тряпки, ведра с водой, черепашки живые. Что еще смешного было? Утюги, чайники, ноутбуки. Это уже вот такие вещи, которые бывают практически всегда. В этом году тоже сама решила поучаствовать, в прошлом снимала, но моя чемпионка оказалась на 2-м месте. Чуть-чуть мы не успели, да, Златусик? Но ничего, зато у нас хорошие подарки. Чемпионат ползунков позади, но в старшей группе можно уже начать тренироваться. Осенью традиционные гонки на талакарах, возраст участников с 2 до 5 лет. Ирина Канева, Алексей Красных, «Тюменское время».